Шаян ТВ сегодня большой праздник и для детей, и для взрослых. Мини-сабантуй прямо во дворе. Так встречают участников и победителей конкурса. И тугантель, и главное сегодня – это песни. Их писали взрослые для детей. Победили 5 композиций. Их авторов озвучили в прямом эфире на Шаян ТВ. Я посвятила это стихотворение своим детям, так как мы с мужем пчеловоды. Дети наши росли между пчел. Думать как дети, воспринимать как дети, все радоваться мелочам так же, как они. Про природу, игры, деревню, бабушку и любовь к родному языку. Тематика разная. Главное условие, чтобы песня была простой и легко запоминалась. Свой выбор делали и дети, и профессионалы. В этом году я обращала особенное внимание на то, чтобы песни были веселыми, чисто детскими. Потому что детская душа, она чиста, она открыта миру. Главная цель конкурса, чтобы детских песен на татарском языке было больше. Будущее нашего татарского языка и его судьбы это в детях, безусловно. В детях, насколько в детский возраст мы сможем привить им любовь к родному языку через стихи, через песню, через аудиторию, через общение. У нас сейчас есть поручение президента Татарстана. Мы будем создавать детское радио. А для детского радио, которое будет работать круглосуточно, нужен огромный объем материал, то есть огромное количество детских песен и других жанров, которые мы будем, естественно, на этом радио транслировать. Поэтому это все начало огромной работы. Сегодня на церемонии награждения звучали песни победителя прошлого сезона. Они уже стали хитами. И в этом году новые песни запишут в студии и снимут клипы. Все покажут на Шаян ТВ. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.